Всем здорово! С вами Полимастер и добро пожаловать в финальный выпуск марафона распаковок вот этих раритетных наборов трэш-монстриков 7-й серии. В предыдущих выпусках мы открывали вот эти паки, а этот оставили напоследок. И без лишних слов, давайте поскорее уже его откроем и узнаем, что внутри. Упаковка оказалась очень тугая, и мне не удалось вытащить этого трэш-монстрика, но в любом случае мы можем его рассмотреть. Его имя — Мерзкий Дождевой Червь, он из банды Болезнетворные Черви и Обычный по редкости. И, пожалуй, перейдем сразу к первой капсуле. Этот трэш-монстрик называется Бродячий Лишай. Он из банды Болезни Животных и Обычный по редкости. Этот трэш-монстрик называется Rotten Bud. У нас уже есть такой только в красной расцветке. И он также Обычный по редкости и из банды Домашние Бактерии. Переходим ко второй колбочке. Этот трэш-монстрик называется «Микробы из зала». Он обычный по редкости и из банды «Спортивные микробы». Последняя фигурка. Этот трэш-монстрик называется «Шариковые бактерии». Он из банды «Спортивные микробы» и является редким. Что же, вот все фигурки, которые мы получили из этого набора. 4 обычных и 1 редкий. Ну а теперь давайте подведем итоги марафона. Всего из тех наборов мы получили 15 фигурок, но поскольку 3 фигурки мы запечатали в наборы, их осталось всего 12. Конечно же, 7-я серия просто безумно классная. Она по-своему уникальна, ведь у нее абсолютно все фигурки сделаны из полупрозрачной резины. И эта фишка делает их действительно классными. Из всех паков мне попалось 10 обычных фигурок, 4 редких и всего одна ультраредкая. А это была завершительная часть марафона. Спасибо огромное тем, кто смотрел предыдущие выпуски и проявлял на них активность. А если вы их еще не видели, они все собраны в плейлисте. Благодарю за просмотр и до встречи. Пока!